И всем привет, меня зовут Богдан Кот или Богдан Котейка, как вам удобно меня называть. И сегодня это вторая часть Tower of Hell. Да, Tower of Hell. Tower of Hell. Like. Оп, ну первый уровень у нас такой. На чиле, на расслабоне. Оп! Оп! О, нормас. Ну, первый уровень мы легко прошли. Ой. А дальше тоже, кажется, изи. Вот так вот. Оп. Давайте включим музычку. Просто проходим. Да. Ладно. Попытаемся еще раз пройти вот так вот. Пытаемся. Да, пошли в про. Ребята, смотрите. Прыжок, щит, время. А еще я вам хочу сказать, что у нас появился очень маленький дружок. Это уточка, которую зовут Утя. Кря-кря-кря. Вот так вот. Так, давайте продолжать играть вот в этот вот тавер, на котором прыжок, щит и время. Так, давайте вот так вот. О, тут как крутится, а! Чуть не упал. Опа, первый уровень у нас легкий. Второй у нас, кажется, тоже легкотня. Или нет? Нет, все-таки легкотня. Я лучше в нуб пойду. Сегодня шизо это не будем включать и говорить, что мы на про тавре, хотя бы мы на нуб тавре. Угу. Стоп, я же на про. Точно. Я же на про зашел. Да. Это про. Ой, девочка подпрыгнула и развалилась. Ой, а тут у нас нелегкая задачка. Я же говорю про. Оп! 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 Ой-ой-ой! Оп! Отлично! А я первый, кто прошел до оранжевого уровня. Тут маленький. Хорошо, что я не в самый низ упал. А рядом. Давайте лучше пойдем по вот этому вот путю. Более легкому. Нормас. Ой, кто-то еще тут. Со мной. Ой-ой-ой. Нет. Да. Так, ребята, мы в про. Ой, мы в нуб тавере. Тот же был про, да, это. Ну, ладно. Не будем включать снова шизоида. Тут мало времечка. Ну, давайте попытаемся хотя бы что-то. О! Даже первый уровень прошли. Так, тут у нас легкий уровень, кажется.
Ой, все тут столпились. О, господи! Да. Оп, оп. О. Нормас, мы на черном уровне. О, это ж легкий уровень. Я вернусь, когда я его пройду. Так я его прошел, этот черный уровень. Тут просто по кругу нужно было пройти. Тут какой-то, кажись, сложный уровень. Угу. Для меня нету ничего сложного. Да, ребятки? Да, ребятки. Так что мы пройдем этот уровень. Оп. Хорошо, что тут рядом вот этот вот уровень черный, который спасает меня. Я вернусь к вам, когда я пройду этот зеленый уровень. Ребята, вы не поверите, но я его прошел. И тут легкий оранжевый. Ой-ой-ой, прыжок вообще не в тему. Купили? Фух. Нормас. Живем, живем. Мы, кажется, пройдем под башню. Опа. О, тут снова легкий уровень. О, тут тоже легкий. С лазерами. Ой-ой-ой. Как тут? Правильно будет. Ой-ой-ой. Я вернусь, когда я пройду с лазерами. Ребята! Я умер на лазерах! Этих дебильных лазерах! Пум-пим-пари-бум-пим. Я на нуб-тавере. Мы могли пройти про тавр, ребята, вы это понимаете. Ну, сейчас мы, наверное, пройдем нуб тавр. Оп. Оп. Отлично. Ой-ой. А тут нужно ждать лифт. Подождем. О, уже поехал. Тын-тын-тын. Оп! Отлично, первый уровень. Оно само сейчас подвигалось. Я ничего не двигал. Негатив купили. Ну, я к вам вернусь, когда пройду до коричневого уровня этого. Так, ребята, я снова здесь. И мы проходим этот уровень. И мы прошли его. Так, дальше у нас снова легкий уровень. Ой, нет. Я вернусь, когда я пройду его. Ребята, короче, я не смог этот пройти уровень. Но у нас новая башня началась. И тут сразу же сложный уровень. Потому что тут вертится светяшка долбанная. Нормас. Нет, я... Наверное, мы будем заканчивать. Ну что, всем пока.